Так, сегодня 17 марта, мы решились на безумный шаг, проехать 160 километров по бездорожью, по кратеру Рамон, это самый большой кратер в Израиле, на иврите там Махтеш Рамон, и также от него перейти, проехав Махтеш Агадоль, то есть большой кратер. Очень красивые места, черные, белые, цветные горы, великолепные виды, красные каньоны. В общем, все в наших руках. И, как показала практика, мы сделали это. Вперед! Вы можете поменяйтесь тогда. Если хочешь рисунка, нужно поменять. Спустимся. Заходишь, поменяйся. Пашка, ты крути ногами, чтобы создавалась иллюзия. Чего? Что мы едем в велосипеде, чтобы не расслабляться. У меня это так уже сложно. Наше препятствие для машины — это вообще ничего, для этих сумасшедших проходимости машин. Мы там убеждались не раз, поэтому для нее практически асфальт из рынков центр. Продолжаем наш маршрут, мы в каньоне Рамон. Закончили на джипе первый день нашего велосипедного путешествия будущего. Мы в каньоне Биаро. Место нашей первой ночевки. Дикие верблюды. Будущее. Верблюды бывают не от человека. Как это выглядит? Сбежали от тех же бедуинов. И стали дикими. Нет, без проблем, все проблемы.